Певица была свидетельницей на свадьбе гимнастки. Известная певица Ани Лорак уехала отдыхать в Майами. Там она встретилась со своей давней подругой, известной гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой, которая в 1996 году произвела фурор на играх в Атланте, выиграв абсолютное первенство. Также Подкопаева не знала себе равных в вольных упражнениях, а на бревне она завоевала серебро. Больше по теме: Лорак улетела на отдых в Майами, певица показала фото из солнечной Флориды. Лорак на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок с Подкопаевой. «Однажды в Америке. Дружба длиною в 20 лет», — подписала она фотографию. Отметим, что именно Лорак была свидетельницей на свадьбе Подкопаевой в 2004 году. Тогда гимнастка вышла замуж за бизнесмена Тимофея Нагорного. Правда, в 2009 году брак гимнастки распался. Интересно, что в 2006 году Подкопаева родила дочь, которую назвали Каролиной в честь Ани Лорак. Настоящее имя украинской певицы – Каролина. Прекрасно, когда есть настоящие друзья. Берегите свою дружбу. Лилечка и Каролинка просто прелесть, две красавицы. Будьте счастливы, любимы. Великолепного вам отдыха, это большое счастье иметь в жизни настоящих друзей. Вы очень красивые. Хорошего времяпровождения. Любим вас, отметили в комментариях поклонники.